Добрый вечер. Меня зовут Мария Линёва, и сегодня мы будем играть мою авторскую музыку. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня. Я очень ценю всех, кто смог вырваться после рабочего дня, прийти ко мне в понедельник на концерт. Спасибо. Первая песня называется «Как дела?». Буквально через пару минут он начнет воспроизводиться. Thank you.
что? Чтобы меня смотреть и музыку слушать. Thank you.
Все и своя.
Спасибо огромное. Георгий Колпаевич, Константин Майкевич, бас и Дмитрий Сапожников. Соло. Который когда-то приезжал к нам на джаз. И очень понравилось мне. Ну и всем нашим музыкантам, естественно. Естественно, конечно. Следующая песня новая. Она называется «Ночь-день». Несколько слов про меня.
Песня, оказывается. Она же так же начинается. Thank you.
так не было. Ну нет, если учесть, что у меня был концерт вчера и сейчас, то, мне кажется, действительно никогда не было так много народу. Очень приятно. Я не знаю, почему так. Наверное, потому что хорошо. Начиналась похоже. Все запомнили, как та начиналась, да? Просто фортепиано начиналось так тихо, а потом стало громко. Отпусти меня, память, и дай мне представить, что я на другой планете. Отпусти меня, память, уже не исправить, и мне бы хотя бы забыть, где ты. Давно. Я, к сожалению, не знаю оригинального автора слов и песен. Но вообще это кантри. Песня называется Life That's Good, что в переводе означает жизнь, которая хороша. Аранжировку сделали мы. Thank you.
А сейчас следующая песня тоже на английском, но уже моя. Новая? Нет, я не знаю. Ну вообще нет, она была написана год назад. И даже ну, видео мы с ней сделали. Я ее на фортепиано играю. На записи. Вот сейчас. Сейчас играет замечательный видео. Следующая песня только о любви. От нас
из самых позитивных, которые у меня есть на данный момент. Just don't.
научимся различать Сибикар и Селимон. Спасибо вам еще раз большое, что все пришли сегодня на концерт. Очень приятно. Надеюсь, мы увидим вас снова. Я увижу вас снова. Когда? В Бостоне. Через полгода. С новой программой. Прям совсем с новой. Thank you.
всем, кто пришел сегодня, всем, кто потратил свое время, драгоценное, понедельничное и другие вот такое замечательное, я надеюсь, уютные и хорошие компании. Спасибо большое. Ждем вас снова. Приходите обязательно в Купол Алексея Козлова. Чуть не забыла, спасибо большое звукорежиссеру, который нам сегодня помогал. Спасибо большое Кругу Алексея Козлова. Спасибо большое Алине Орловой, которая... Ростоцкой! Алине Ростоцкой, которая помогла мне организовать этот концерт сегодня. Спасибо огромное. Но для вас была Мария Ленёва и мои замечательные музыканты Дмитрий Сапожников, Константин Макеев.